Всем привет. Так, а что так плохо слышно? Сейчас, секунду. А что это меня так плохо слышно? Так, открыть параметры громкости. Панель управления звуком. Запись, микрофон. Уровень 100. Так, всем привет. В общем, как у вас дела? У меня все хорошо. Начинаю опять новую серию. Опять. Так. Скипнуть. Продолжить. Вадик. Да-да, я. Начинать. В общем, мое трахание охладилось. И мы можем биться дальше. Холм Гречников. Ух ты, блядь. Отдохнем. Я, в общем, почитал немножко про эту забытую гречницу. Кто ее забыл, какую гречку она рекламирует и все в таком духе. В общем, ничего такого. Нам нужен ключ, чтобы открывать эти ворота. Я просто хотел узнать, я их до могу открыть или после. В итоге понял, что можно их открыть до. Да сколько можешь ты спавниться, друг? Ладно. А, там нужен костер мне. Жилище слуг. Жилище слуг. И получает от костра нужно выйти там через дверь, краю стены, ко-ко-ко. В общем, давайте его полутаем, этот ключ. А, так тут все рядом. Жилище слуг. Я его перепутал с кострищем, которое там до было, ну, с которого я обычно бежал. А, вот он где. Нет, не он. Тогда это вот этот? Видимости, да? Но я его лутал. А я его лутал. Ключ находится сразу после костра. Жилище слуг. В забытой крепости. От костра выйдите на воздух через дверь. Пройдите к краю крепостной стены. На самом краю лежит труп с ключом. Точно? Я, значит, его полутал уже, что? А у меня есть ключница, типа, в кармане? Мои, типа, ключи, которые я ношу с собой. А, во, вещи есть. Тут, наверное. Вот ключи. Как он? Ключ от подземелья называется. Выкинуть, уничтожить. Как он выглядит? Не, он выглядит как маленький ключик. Аккуратненький такой, типа. Блять. А что тогда делать, если у меня ключ не выпадает? Ладно, давайте сюда куда-нибудь выйдем. Тут я тоже anyway не вижу. А, вон там что-то, кстати. Может, оно? Типа, может, он позиции меняет? Лол. Большая душа солдата. Может, нам нужно по лестнице вниз спуститься там? У костра. А это я где? Это походу на арену. А, нет, это как раз в эти. Щелкунчиков.
Хорошо. Так, ну давай тут немножко пройдем. Так, ну тут-то мы были. Тут-то мы все лутали. Здесь ничего не должно лежать. Ну да. Хм. Ладно. И тут то же самое, кстати. Блять, спасибо. Готов, молодой. Отдыхай. Хм. Блять, а если он не заспавнился, что тогда делать? Типа соси лапу или что? Не, ну там-то я все лутал. А здесь что? А здесь только ветвь Белова и вон там, кстати, проход. А там наверху я что-то ничего не вижу. Кроме... Ну да, там вон эта клетка и все. Так, а что туда без ключа-то идти толку? Я умер, лол. Ну ладно, сейчас телепортируемся по-быстрому туда-туда-сюда. И все. Что ты-то с ключом делать, лол? Так, это сюда нам надо. Так, ключ находится почти сразу после костра жилища вслуг. Вслух. Забытой крепости. Наберешь, короче. Арбалет достал, типа лайфхак, да? Мне с кувырка засчитало урон, лол. Это разве был не бэкстеп? А, спасибо. Блять, там еще один лол. Ебать, что за удар дикий. Можешь арбалет достать? Извините. Вырвалось, блядь. Ебать! Это что за два квикшота, дядя? Ты чё, блядь, нахуй этот? Параллелепипед. Опять эти нахуй, смотри. Настреливает. Нихуя! Полетел! Понял, блядь.
Не убивай, там 5К лежит! Ебать я. Не убивай, там 5К лежит, бля! Парафлян ебало. Так, короче, блядь, в пизду. Сюда. Что еще у меня этого ключа нету? Может, сюда давай выйдем. Типа, сразу выйдите на воздух. Выхожу. А, блядь, вышел. Тут еще кто-то есть. Может, вот он. Большая дубина. Ну, давай тут будь. По-братски. Колокольчик. У меня есть? Блять. Нихуя. О, здорово. Звонарь. Я буду теперь тилин-тилин делать. Потерянная ветвь? Может, она это, кстати? Слава, смерть. Может помочь спрыгнуть. Ну, блядь, да. Может помочь. Ну чё, yellow jump? А нахуй нам туда прыгать? Да чё-то, блядь, не знаю, не охота. Блять, какой-то электрический звонарь. Вот тут дядя какой-то висит. Фимом, блять, кого? А что мне от звонарей полагается, прилагается? Фил. Опа, клыщит какой-то есть. Ну-ка. Супер отвратно. Красная вода, кстати. Восстанавливает здоровье на зеленое заклинание. Снижает веру, требуемую для заклинания на единицу. Перстень звонаря. Пушечка. Так, пусто. Хотя там надпись. Ну-ка, стоять. Может помочь правая рука, это на наслаждение. Ох уж этот пошлый юмор. Так, там еще один звонарь. Отлично. Помоги. Помоги. Может помочь стиль мясника, тогда яд требуется впереди. Ага. Много дамага можно при помощи яда вписать. А как открыть-то? Блять! Подъебка. Их бы в ряд вот так одна, и потом сразу следующая другая стояла. Тогда я бы, блядь, нормально упал. А так это чисто детский лепет, так сказать. Ой, ебать, звонарику. Я что, блядь, похож на абонента?
Ебать, они квикла, бля, ла-ла-ла. Быстро машет, короче. Ты, блядь, звонарь нахуй или пиротехник, блядь, господи. Что? По тебе, слышу, урон не проходит или как? Нет. Почти убил меня, кстати. Я так подставился под него хорошо только что. Да нахуй. О. Мимик, да? Здорово. Ебать, здорово, ты кто? Пиздец нахуй. Найс. О. Скептик. Опять эта штука выпала. Теперь мне их две. Так, тут есть рычаг, и тут все пусто. Может, лестница какая-нибудь, думал. Бомбалом. Надеюсь, это не вызов босса, да? Блять, это открывашка ворот. Вот этих. А там, блять, босс. А там, блять, а там горгулья, вспомнил. А можно не надо? Стиль мясника, значит, и яд нужен, да? А у меня есть кто-нибудь, кто яд продает? Или, блядь, костер какой-нибудь тут, нахуй. Как мне, блядь, идти, что ли, пешком сюда? Давай, короче, стены пощупаем, anyway. Так, ну там стена. Блядь, стоять. Нет, тут ничего. Блять, ну нам пизда, что? Там босс, тут босс. Тот босс должен быть послабже, если я найду ключ. А ключа там нет. А я тут не смогу никак? А если вот на эту, короче... Ах ты, блядь, спрыгивает. Нельзя, по-моему. Вот если с этой... О, вот с этой я смогу. Так, наверное, сойти, нет? А, промазываю. Ладно. Nice try, так сказать. А с этой горы? Никакого опыта. Никакого new experience of parkour not found. Понимаю. Собака лапами машет, лол. Так, ну что я тогда предлагаю? Вдавить человечность и пойти все-таки полутать эту горгулью. А, 9К у меня есть. Куда лутать? Ну-ка стоять. Маджула, вперед. Потратить весь жизненный опыт, накопленный душами. На уровень. Так, новый левел. Сколько? 6К. Понимаю. Так, значит, сила нам не надо. Вот это, наверное. Физическ. Физч. Физч. А что еще можем? Лвк. Лвк. Сил. Сил. Адаптивность не нужна нам. Интеллект. Тал. Тоже нет. Может, Вероника? Физч. Стк.
Физычи, короче, физычи. Сыпс, сыпс. Детёт? А, блядь, что-то потерял. Да-да-да, 8 мечей, спасибо. Стоп, что? Я в лимит уткнул? А, 300, 300. Я думал, 200 что-то. Thank you, guy. А, может у меня обычные здания? Ну-ка, секунду. Обычные здания. Так. Ключ находится в башне Луны. Секретная локация в забытой крепости. Рядом с костром стоит лестница, которая спускается в переулок с кучей собак. Это похоже на переулок с кучей собак. Так, башня Луны. Рядом с костром стоит лестница, которая опускается в переулок с кучей собак. Также через некоторое время там появляется красный фантом. Ключ лежит на трупе под аркой. На трубе под аркой. Хм. Ладно, anyway, у нас сейчас другой таск. А именно стиль мясника. Спасибо, блядь. А, ты меня не закинешь? Охуенная игра, блядь. А я не помню, а где, в Dark Souls 1 так закидывало, лол? Я-то думал, меня сейчас, ну, типа, закинет и все, и я, типа, ок. Лол. Лол. Наебателька. Как же меня хитро наебателька. Пиздец, пиздец. А чё там, кошка мне не нужна, очко поставлю себе. Защитное очко. Дядя, нахуй, ты можешь этих типов своих отозвать, а? Я как бы тоже звонарь. Хуё-моё. Подожди. А это туда? А это не туда? Стоп, я же, блядь, могу. IQ 9, блядь. Где ты, нахуй? Могу, блядь, через отверстие, блядь, в полу кинуться. Thank you, guy. Тут сундук есть. Кольцо с синим. Слезным камнем. Повышает защиту при низком уровне здоровья. Блять, круто. Только нахуй мне защищаться? I don't know. Так, ну тут точно никаких секретных секретов. Не найдено будет. Раз, два, раз, два. Ударить два раза в стену, IQ 10. В
Спасибо за захват, игра ебаная ты. Блять, какой прекрасный у тебя удар, горгулья. Умер. Ебать, что? Ты что, на предиктах, тетя? Горгулья. Вау-вау-вау, блять. Стиль мясника, ебать. А как под них куркаться-то тогда? Лол. Так, окей. Как сгореть очко? Показываю. Рекомендую знакомиться. Башня лунная, блядь. Курочки. Давай, блядь, нормальный захват, не игра. Как? Я не знаю, блядь. Блядь, здорово, чел. Они меня сейчас тупо втроем задушат. А, нихуя ты, блядь! Инста развернулась, инста приземлилась, блядь. И инста дала пиздюлей. Можно мне просто выйти отсюда? Спасибо. Я говорю. Отрыжков, да? Доширак меньше надо кушаться. Да хуя жадничаю, короче. Вон там, кстати, эти. Какие-то шмотки лежат. Понял, блядь. Понял. Блять, дамага много от огня. Четвертая, блять. Спасибо, игра. Четвертая мне здесь как раз и не хватало. Да иди нахуй. Что с тобой, блять, дядя? А, понимаю, блядь. Молнии, нахуй. Fucking magic. Каменная хуйня. Дышит огнем.
блядь, прыгает нахуй как хуйня. И еще, сука, блядь, дает пиздюлей. Кого? Кого? Чё я, блядь, только что увидел, лол? Что это, блядь, я только что увидел? Это шок. Это просто шок. Ше окей. Ше окей. А у меня нету, да? Забытая крепость. Холм Гречников. В забытой крепости. Башня Луны мне нужна. Нет тут. Ебать. Почему я с DLC, с активированными всеми пакетами, дополнениями, играю в обычные издания, а не Scholarship First Sin? Я не знаю этого. Классный удар. О, да. Эти гаргульи — это просто нечто. Так, а чё у нас сверху-то? А сверху у нас ничего хорошего. Нахуй и в пизду. Пойдем, короче, душ заберем. И ту хуйню, которая там лежит. Душа гордого рыцаря, блядь. Что-то его выебали, эти горгульи, по-моему. Каким бы он гордым, блядь, не был, у него отверстие одно. Блять, отвлек меня немножко. Да пошел нахуй там где-то, блять, из пизды, блять, из пизды ж ебаный. Ай-яй-яй. Ай-яй-яй, блядь, под две атаки прям. Кью. А можно что-нибудь нормальное атаковать? Блядь, это еще нахуй даже не половина.
Блять, огонь жжется. Огонь не жги, блять! Пиздец, душная хуйня какая-то. Да, блядь. Да, блядь! Кого, блядь, этот было? Это вообще нихуя не спортивно. На, блядь. Неспортивная хуйня какая-то, блядь, в натуре. Оу-оу. Вот эти вот плевки. Огнедышло. Да, блядь, еще одна хуйня не подпускает меня. Приехала. Next boy. Ха, лол. Зацепилась за крыло за какое-то. А эти три, блядь, или сколько их там стоит? Четыре. Не будет ничего? Да заебала ты со своим огнем! Выключи всю свою хуйню, блядь, дай посрать. Ай-яй-яй. Так, не будем жадничать, будем пить. Ой-ой-ой, плюется там дальними нахуй. Отъезжаешь. Ловлю. С первого раза, бадя-ля. Сва-по-ден. Плюс 25к. Душа горгульи с параши. Получилось. Душа горгульи с пара... Вот так, стоп. А, вот выход. Я думал, все, ловушка дьявола. А, во. Джакушка локера, блять. What's life солнце? Rise and shy, Mr. Freema. Rise and shy. Но сначала... Level up. Level up. Rise and shy. Хорошо, победа. Почти с первого раза, кстати. Barrow Ashen One. Мне нравится, как в третьем Dark Souls, когда первый раз заходишь, она говорит Ashen One. Блять, у меня просто мурашки по коже. Уф. Вот так вот, нахуй. Минус 26к. Ну и в пизду они пусть летят. Ебой. Так, мне, пожалуйста, одну эту и сколько будет вот этих. Спасибо. Синки, гай. А где я был? Я где-то был. Вот тут, видимо. После убийства Гаргули нужно спуститься по винтовой лестнице вниз в комнату с сундуком, пройти от нее до костра. Мы прошли. Рядом с костром стоит лестница, которая спускается вниз. Переулок с кучей собак. Фак. Ну.
Ладно, тут костер, если что, нас... А. Блять, свора ебаных шавок. Ладно, бывает. Сейчас сделаем это по-другому немножко. Не знаю, если их закидать, а уя нам как раз тут делает вообще, есть же. А уя атаки всякие. Спрыгнуть бы, блядь, кнопка была бы с лестницы, типа посередине где-нибудь. А ты нахуй чё за мудак? Сыбаться. Ключ от подземелья, yes. Звук не нравится травы. Приехал, братан. А у вас проникновение в грязное ваше очко. Да-да, почистите его там. А, да. Так, что-то выпало с него шмотка какая-то, но я этот новый текст-драйв перекрыл. А, и все, это конец локации. Серьезно? Я, блядь, ради одного ключа убивал этих горгулей? Сука. А я же на них мог 10 тысяч лет потратить. В переулок с кучей собак. Через некоторое время там появится красный фантом, грешный воргел. Ключ лежит на трупе под аркой. Ага. И поэтому можно забрать ключ и быстро сбежать. И все? Это вся локация? Башня Луны. Хм, ну ладно. Ой, не туда, не туда, не туда. Хм. Нам надо вот сюда. Цвет жизни. Тяжелый арбалет. Умер, пацан. Как от них вообще можно умереть, да? Заряды заклинаний в помойку. Куски экстуса, которые... Ух ты, блядь. Это их кидать можно? Сопротивление, факел. А, нет, факел нам нужен, кстати. Один хотя бы, да? Увеличивает удачу, притягивает определенных врагов. Усиление врагов. О, души, 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 души. Большая душа. Кыш. Снижает время для заклинаний. Призыв, призыв. Вет, мир, мир. Камня победителя. И все. На этом все. Так, дальше. Ух ты, блядь, чары. Какие-то чары. Так, луки, стрелы.
Найс, я теперь ваншотаю их. Отлично. Че, ты умер на сей раз? Да ебать, сколько ты можешь жить? Там 50 у него стоит? На обычном враге 50, что ли? А, мне сюда и надо, лол. Бля, без кольца много урона. Пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам. Получай. Открыто. Отлично. С этим, блять, уже можно жить. Хо-хо-хо, сыбался. Ебать, у него там 10 FPS. Он как спрайт... Понял. А, блядь, как из спрайтов, сука, состоял. Тык-тык-тык-тык-тык-тык. Сука, утонул как лузер. Пиздец, блядь. Получил на клык, так сказать, от игры. Ну, бывает, ничего страшного. Блядь, по рофлу тупо спрыгнул, пацан. Два раза, один в воду, один раз так. Ты меня заебал, понимаешь? Сколько раз тебя надо убить, чтобы ты, блядь, перестал, сука, спавниться? Со своими, сука, корешами, сука. Сука. Сука, сука. Один раз. Два раза. Да похуй, блядь, создавай нового. Я буду долго тут умирать. Три раза. Четыре раза. 10? Сука, на них должна быть 10. Почему, блядь, он не умирает? Еще живой, блядь, ты смотри на него. Бля, по рофлу в воду спрыгнул. Минус 2К. Ничего не предвещало беды, как вдруг бульк. Говно не тонет, блядь. Почему я утонул? Откуда там... О, кстати, я же могу эти клетки, по-моему, открывать тогда. Откуда тот второй челик пришел? Да нахуй вас, в животике колики. Огненное семя. Это мое.
Так, тут все разблокировано. Ну ладно. Так, на сей раз воду не надо нам. Так, девочка налево. Мы же за девочку играем, правильно? Значит, нам налево. Что это? А, тут, наверное, поджигать. Ну-ка, подожди. Птичка. Кусь. Зажечь. Отлично. С этим уже можно работать. Так, сразу сходим, пока мы факел держим в руках. Активируем вот эту вот штучку. Я думаю, она загорится. Да, мам, есть. Хорошо. Красиво, душевно, блядь. Тупо красоту наводим тут. Уф. Убиваем всяких страшилок. Себя в том числе. А бонфайр где? Так, нахуй. А где костер? Блять, а где костер? Факел требуется впереди. Может помочь призрак? Ключ требуется впереди, и тогда свет. А, ну да, логично. А костра тут нет, да? Совсем нет, да? Сейчас, секунду. Так, ключ от подземелий. Открывает кузнецу Макдафу, кстати, забытой крепости. Открывает дверь правее от камеры какого-то стрейфа. Алафиса, вернее. А, нет. Стрейда, все-таки стрейфа. Ключ открывает решетки по обе стороны к забытой грешнице, что позволяет зажечь факелом жидкость. Это осветит место битвы и сделает босса менее подвижным. Забытая грешница. Тактика фантомы примечания. На Г+, в могила, после убийства босса можно парировать. К сцене боя можно увидеть, как газы или ложе хаоса. Что-то... Принцесса башни луны. Из-за бороды эти сложения. Так, ладно. А где я читал тогда? Шабанфайр. Ай. Есть вход слева. А хуй знает. Короче, нам это, блядь, не интересно. Нам это не интересно. Мы просто воюем. Мы просто воевады. Воевадики. Так, значит, кусь. Кусь. И вместо кошечки можно что-то одеть. А, ну, бля, это чеки для дополнительных заклинаний интересно. Да похуй, блядь, да? Ладно. Это, наверное, тогда. Bonfire lit. Это тоже, блядь, ночью.
Свет включают, блядь, делают тебя менее подвижным. Блять, кью не нажимается теперь. Охуенная атака, брат. Брат, тетка, брат. Нормально, вот это хитрая. У него какие-то звуки исходят. Да иди нахуй. Блять, под нее почти нахуй прыгнул и умер. Еще одну пачку за любовь. Замаршировал, короче. Найс. С первого раза, по сути. Это типа другая версия ее. Поэтому я считаю, что это с первого раза убийство. Пусечной версии, конечно же. Блять, стейдж 2. Не сегодня. Ха-ха. Япония here. Japanese woman побеждает. Получилось. Этот костер должен телепортировать, я думаю. Мимик, мимик, мимик. Ну, пожалуйста. Из железного сундука, ну, пожалуйста. 47к, блядь. Ароматная ветвь БЛО, кстати, да. Костер гречницы. Главный костер восстановлен. Найс. Солидно. 47к, ебать у меня. О, привет, я как раз к тебе. А что делать дальше, лол? Так, давай одну хп, одну силу и одну эту. Потом мне что нужно? Стойкость, наверное. Стамину качает только стойкость. Тогда по максимуму стойкость. На нахуй. И почек мне. Блять, два раза посидел на костре. И мне флягу уксус. Появились новые предметы. Два раза посидел и, короче, уксуса мне не налили даже, лол. Так. Ящик с предметами, большая душа. Маленький. Сейчас можно, кстати, вжать, захавать что-нибудь. Здоровье, заряд заклинания. Лечит отравление, восстанавливает здоровье. Постепенно восстанавливает много здоровья. Слишком лайфхакно. Тоже нет. Не надо нам. О, ароматная ветвь пилова. Я знаю, что мы можем назад пойти сейчас. Сразу. А чё она оранжевым опять горит? Пам-пам-пам-пам-пам. Так, давай, короче, возьмем. Там, кстати, тип какой-то сидит. Мы подойдем сюда. Челиком ко всем. Блять, не там. Минус 300. Плюс 400.
Там этот ключ фагота надо купить. Го, его сейчас купим, короче, за 4к. И остальные на почку, наверное. Хотя можно не вместо почки купить этот человечность. То она, блядь, слишком быстро выходит. С моим геймплеем безответственным. Так, ключ фагота и... Одну, наверное, давай. У меня пока есть. Пусть бюро запас тут лежит, короче. Так, отлично. И... Отправиться. Куда мы можем отправиться-то? Тан-т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 ан. Давай проверим, может сейчас что-нибудь открылось тут. Можно же я нажать, допустим, ха. Что делать? Понял. А. Стена же на Е. Тут нихуя не открывается. Тайная тропа впереди. Да это, сука, понятно, и жду даже. Как открыть-то? Куда нажимать-то? Ладно. Вот тут один всего лишь. Ладно, короче, Гоку Маджули. До костра дойдем хотя бы. Я думаю, на этом все. Потому что я что-то уже хочу спать. Весь день сегодня на ногах. На жопах. Ну, не будем о плохом. Anyway, у нас есть Dark Souls, который очень бодро идет. Мы уже столько боссов перебили на самом деле. Что не может не радовать. Ау-е, ау-е. Все-таки я считаю Dark Souls 3 намного проще, чем второй. Да, ароматный вид применить. Отвалилось, ебать. Смотри, как надо. И сам замер, блядь, вечным сном, лол. Затыкали нахуй хуями до смерти, блядь. Просто, блядь, нахуями на затыкали. Блядь, классные у них эти палки. Мне очень нравится, лол. Они такие, типа, костлявые и это. Ну, прикольные, короче. Блядь, реально забавные штуки. Типа кости там, этот скелет, и на нем еще ребра. Для большей колкости, блядь, и сопротивления, лол, удара. Тебе же навред, короче. Но выглядит эффектно, anyway. Тетка вышла. Что дала мне? Класс. А-па-ти-а. О, ну торговец. Защита от огня, защита от защиты, защита от защит. Защита, защита, защита. Усиливает пламя пироманта. А, на пиромант. Прикольно. Жесть, радость. Найс. Я его тёлку спас, походу. Яблочный спас.
Три удара, понял вас. Месье ядовитая хуета. Нету аяшных хуевин. Да блять, дайте что-нибудь нажать. Пиздец. Ебать, они дрючат. Их 4 штука с штуки, я не могу, блядь, убить их. Они спрыгивают, я даю бэкстеп и умираю. Лол. А лол. Сейчас у меня, если сгорит на этих usual casual мобах, блядь, я вообще нахуй ливну, блядь, из игры и удалю ее. Шай за руль, ответный выпад. Короче, так будем ходить. Надо, видимо, большую, короче, в почку вжимать. Или от яда что-нибудь принимать. Но я не пусть истраться, я хочу нормально. Как мужик ежи. Не как очкошник, бля. Бля, тетка тут осталась. Герой войны ушел. Отдать снаряжение. У меня нечего отдалять. Сила пиромантии. Окспс. А, там еще и двери открываются. Тогда мне 100% смерть. А! 5 сантиметров. Надо было почку ролить. Пизда. Я могу тут закрыться, короче, и тыкать потом их. Сколько стамины хватит, столько я их затыкаю. А потом выходить, короче, и в другую прятаться, блядь. IQ 99. Ай, короче, в пизду. А, ящик с при... О. Ящик с предметами. Сопротивление к отравлению. Большая почка и сопротивление отравления. Сейчас буду хавать жабры. Водоросли. Или как их там? Водорожабли. Жабросли. Во. Как... Блять, почему-то у меня напоминает жабросли сразу баню. Тупо такую, знаете, которая уже все, типа, почти иссякло ее там пламя. Тупо такая теплая баня. Ну, такая прохладная даже. Чуть-чуть. В этой. Предбаннике, короче, еще тепло. Сама баня такая, типа, уже все почти. Ну и типа можно ее подтопить. Наверное, тепленькая, и вода там горячая. Ну, короче, типа горяченькая, такая тепленькая. И пахнет так. Щепой, короче. Уф. Thank you.
что меня убило нахуй? Ебало, завали, лягушка, блядь. Все, изи нахуй раскидал. Мог даже не брать яд. Хули нам. Еще одна такая же. Нет! Заша, ты его! Что я тебе сделал, игра ебаная? Точно такая же, бля, прикинь, комната была бы. Найс. Так, курочки, курочки. Да, блядь, что, в каждой комнате по типу? У нас что тут за тюрьма такая строгого ядовитого содержания? Криокамера, блядь. О, бонфайр. Блядь, не то. Возжечь. Отлично. Тут что у нас? Сундук. Найс. Осколок фляги с уксусом. Найс, хорошо, хорошо. Так, а дальше? А дальше уже локация. Так что, всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Ко-ко-ко. Мы... Это продуктивная, да, серия. Сколько? Один босс убил? Это точно. Насколько я помню. Что-то уже все забыл. Улучшить флягу с уксусом. Хом. Еще раз. Нельзя. Возжечь. А, теперь ящик с предметами. А. Фак. Удалить. Ящик с предметами. Три обратно. О, душа грудного рыцаря, кстати. Давай возьмем. А хотя зачем? Не, потом возьму. Ну, в общем, всем чмоки-поки. А, блядь. Удобный интерфейс. Кодзима, конечно, гений. Такие интерфейсы создает, я, блядь, прям в ахуях. Очень удобно, очень удобно. Так, ну ладно. В общем, да. Третий раз. Всем пока. Всем пись. Всем удачки. Ты вылетела? А, нет. Испугался. Ладно. Всем чмоки-поки.